Всем привет, меня зовут Артём Мироненко, в этом видео я сыграю 10 простых, но очень красивых песен на гитаре для новичков. И в этот раз реально для новичков, потому что под прошлым видео вы жаловались, что очень сложно играть. Но в этот раз все будет просто, с наглядной схемой на экране, плюс табулатура, скачать отдельно. А, язык заплетается. Кстати, еще об очень удобной вещи и клевой. Это приложение Guitar Tabs. Это такой сборник для iOS. Он бесплатный, не нужен вход в интернет. Просто заходишь, вбиваешь название песни, либо коллектива. Такой идешь с друзьями, и тебе говорят, я хочу песню группы Король и Шут. Окей, пожалуйста, кукла колдуна. Заходишь и просто играешь. Вот есть уже тут табы какие-то вбитые и аккорды. DM. Ты такой думаешь, как ставить DM? Да, как ставить DM? Вот заходишь, нажимаешь на нотку, и вот все аккорды, которые участвуют в песне, вот здесь на схеме уже отображены. Очень удобно. И чтобы не потерять песню, можно ее так лайкнуть. Вот так взял, пролайкал, и она у тебя тут сохраняется в любимых. Вот так тыкаешь. Также можно вспомнить, найти любой аккорд. Вот по этой вкладочке аккорды. И вот тут 12 нот по названию каждого аккорда. Например, там фа, да? И все с фа. Фа, фа диез, там, F, F13, F диез 5, то есть, ну, все вообще аккорды с F. В общем, очень удобная штука. Естественно, все оставляю в описании, поэтому тыкайте, скачивайте, все бесплатно.